Хаюшки, мне чисто стало интересно и любопытно. Я давно не записывал видео, а сейчас люди в основном текст не читают. Я уверен, что даже ты по-любому не читаешь тексты. Такой читаешь, ведь видишь тексты ВКонтакте или где-то думаешь, нахуй эти тексты вообще, когда можно посмотреть видео где-нибудь на Ютубе или в ВК, или эти ебаные истории, которые люди сейчас снимают. А типа, чё бы мне не поснимать видеоблог? Чё об этом скажешь и думаешь? Интересная идея. Почему бы и нет? Есть много разных интересных вещей, которые можно показать, рассказать. Кстати, есть еще одна классная штуковина, которую я уже постил, но можно ее показать еще и на видео. Типа, да, вот это гитара с цветочками, еще люди фоткают. Типа, офигенская вообще вещь такая, красивая, еще стоит. Я как-то вообще случайно вообще ехал от девочки, такой смотрю, гитара это. И там был пост про стаканчик еще, который я тоже на лавочке, на скамейке нашел, он такой кайфовый. Короче, вообще это похуй, это все хуйня. Что думаешь про видеоблог? Типа, снимать мне его, не снимать? Типа, я-то могу. Еноты мне там подсобят и будет заебись.